Всем привет! Вы на канале Вяжем с дочкой. Сегодняшнее видео будет посвящено вступлению в совместный проект, который организовала Лариса Подлегаева, и называется он «Пасхальные хлопоты». До самого главного праздника Русской Православной Церкви Пасхи или Воскресения Христова остается 1,5 месяца. И Лариса пригласила нас поучаствовать в приготовлении пасхального декора к этому великому празднику. Значит, я сразу же согласилась, написала Ларисе, что буду участвовать, но упустила момент. Срок у нас был до 5 марта. Я только-только вот собралась силами, с мыслями и с всеми своими желаниями и все-таки вступаю в этот интересный и благородный проект. В кадре вы видите у меня журналы, которые я нашла у себя. Это у меня целая коллекция. Это несколько журналов, ну, больше 10, наверное, выходило это издание. Раз в месяц вот такие вот журнальчики «Золотая коллекция вязания крючком». Мне покупала их мама, когда она работала у нас на почте, и выписала для меня вот эту коллекцию. Значит, этим журналом уже, наверное, лет 15, но я их периодически перелистываю и вдохновляюсь этими интересными проектами, этими красивыми фотографиями. И этот проект тоже я решила вдохновиться на этот проект из этих журналов. То есть я когда-то уже давно приглядела для себя этот пасхальный декор. Но только сейчас вот с помощью Ларисы я хочу внедрить это все и использовать в своей жизни. Цвет Пасхи, конечно, все вы знаете, что это красный цвет. Цвет крови, который Иисус Христос пролил за наши грехи на кресте. Поэтому вот у меня остались несколько клубочков красного цвета, хлопка. Я хочу использовать их и связать. То есть они у меня вот никуда, даже мысли у меня никакой не было, что этот красный цвет еще куда-то можно пристроить им. И использовать, кроме как вот на этот декор пасхальный. Как я себе представляю этот декор? В нашей семье у меня 3 детей, из них 2 старших парней. И когда они росли, конечно, с мальчишками такого даже мне в голову не приходило, что можно как-то украсить этот стол. Все было у нас гораздо прозаичней. Мы красили яйца, покупали или пекли куличи. Утром это все съедали. И на этом наш праздник кончался. Но в тот период, когда родилась у меня дочь Лена, с девочками, конечно, все гораздо интереснее. Я поняла, что она моя союзница в этом. Ей тоже хочется, чтобы было за столом красиво, на столе красиво. И я давно уже запланировала себе, что я когда-нибудь свяжу вот такую вот пасхальную скатерть. Здесь она, конечно, с новогодним декором, но я решила вот эту скатерть пасхальную вот в этих красных цветах связать вот именно к этому празднику. Значит, и себя уже настраивала, что я буду вязать, настроюсь, потому что крючком я вяжу редко, и ниточка здесь очень тоненькая, то есть мне нужен был бы хороший такой настрой, хороший пинок такой. Вот Лариса позвала нас в этот проект, почему бы им не воспользоваться. Но сейчас уже вот сегодня 8 число, 8 марта. Пасха у нас, если я не ошибаюсь, 24 апреля. Могу ошибаться, извините.
Значит, времени остается мало, тем более, что я работаю и вижу только выходные. И я решила просто вот сделать какие-то элементы. Ну, не скатерть я уже, конечно, не свяжу, но сделать какие-то элементы. Какие элементы можно сделать? Мне нравится вот такая корзинка. Украшение для корзины. И хочу купить вот именно такую плетеную корзину из лозы. Вот сделать такой вот ободочек красивый для нее, украсить ее. И когда мы понесем яйца и куличи в храм для освящения, это будет очень нарядно. Потому что мы как новоначальные христиане, только-только начинаем познавать эту нашу веру. То есть в храме мы совсем недавно. И я на этом празднике, ну, была раза 2-3 в храме на службе. Вижу, что те люди, которые давно уже в храме, как они торжественно, красиво одеваются. Одежды все в красных тонах. Приносят корзинки, которые красиво у них уложены, яички уложены. Куличи красиво стоят. И вот я считаю, что это будет очень красиво и торжественно и в тему к этому празднику. Так как у меня, конечно, еще ребенок, дочь небольшого возраста, я думаю, что для нее будет интересно, когда я свяжу вот такие вот декор такой пасхальный, курочка и пасхальная корзинка. Вот. Много курочек на просторах интернета вяжут, и корзинок много вяжут. Поэтому я считаю, что это тоже будет все в тему. И тем более у нас будет праздник в воскресной школе. И может быть мы этих курочек подарим кому-нибудь, преподавателю своему. Или как подружкам своим подарит. Значит, я хочу связать из пряжи пихорка цветное кружево. Это 100% мерсеризованный хлопок, 475 метров на 50 грамм. И скорее всего, что я буду вязать ее в две нити, потому что такую тоненькую нить будет для меня сложновато. И нужно будет все-таки потолще эти изделия, чтобы они держали форму. Все, девочки. Всем всего хорошего, всем мира, всем добра, всем весеннего настроения, всем успехов в этом проекте. Всем пока-пока!